какое-то счастье заканчивать работу не в полдвенадцатого. У меня было одно шоу, я выехала и даже увидела закат. Красивейший, правда, не успела его снять, потому что разговаривала по телефону. Ну, сегодня у нас какой день недели? Пятница? Сегодня пятница, девчулечки мои. Давай ворвемся в эту пятницу. Угадайте, куда еду. Так непривычно приезжать в Крокус, не выступать. Сегодня тут с моими девочками, которые опаздывают, потому что пунктуальность – это признак не всех. Вот жду девчонок и идем на концерт в любимом родном Крокусе. Юлия Борисовна, а вы что-нибудь слышали о женской солидарности? Юлия Борисовна, я учу всех девочек женской солидарности. Мы, значит, договорились прийти, ну, типа, на рэп-концерт. Ну, типа, йоу, на спорт. Ну что, хорошо, что артисты тоже опаздывают. Юля. Это, кстати, сестренки. Мои девочки, Юлька, иди к нам. Ну, иди сюда. Не стесняйся, что уж за столько лет. Все увидела в моих сторонах. Да, я как будто уже была на концерте.
Это письма я хочу пожелать пацанам всегда. Проституток, эскортниц, всем шлюхам. Песня. Чё? Проститутки. Еще добавим немного каши. Просто. Я расскажу вам, что сделал Баха. Бля, какой он красавчик. Просто настоящий мужчина. Но это после концерта. Ну, я восхищена не только как артистом, я Баху давно знаю, и вот первый раз на концерте, знаете, такая ситуация произошла. Девушка одна рвалась на сцену, очень рьяно, очень яро, и это было немножко too much, потому что концерт был, несмотря на sold out практически, он был очень камерным. В этот момент Баха сказал: «Стоп, стоп, у меня дома жена». Она второй раз полезла, и он еще раз сказал: если вы меня не уважаете, не уважаете мою жену и мои ценности, то извините, моя музыка не имеет к вам никакого отношения. Так вот, я так благодарна тебе лично за то, что ты такой мужчина, помимо того, что потрясающий артист. И мы просто под таким впечатлением. А еще шлюхи, проститутки, эскортницы, не лезьте, блядь, в семьи. Fuck you вам всем. Воспользовалась дружбой с подругой, с Олей Бузовой. Кому рассказать первый раз в жизни? Что у тебя есть? Чуть инфаркт не получила. Что, что, я что? Видела Баху, спасибо вам. Ой! Я тебе видела фото и видео. И я вообще его видела. Вот что за мужчина? Пример. Пример, да. Вообще. Кайф. Какая у него энергетика? Мне просто плохо. Да, мы зашли в гримерку, даже я вот так замерла. Просто. Топ-артист, топ-мужчина топ. И человек. По факту. Всем советую. Да.